набрал водки и всяких. Что ты мне говоришь, подкуп? Я тут видео снимаю. Обязательное требование для участия в турнире, помимо того, что я заплатил за него, это сдать килограмм еды на благотворительность. Так достучусь, мне открывают такие, типа, чем я могу помочь? Я говорю, тренировку. Типа, так, чуть ли не у нас тут нет тренировок. Говорит, вы говорили с ЦСР? Я говорю, когда? Сегодня или вчера? Я говорю, нет, я вчера только прилетел. Но вы знаете ЦСР? Я говорю, с ним 2 года назад. Так, два года назад, ну заходи. Так, открывает дверь, снимает с этого замка. Я выиграл первую схватку досрочно. Вчера пытался мне сделать болевой на ногу. Но после Игоря Васильевича меня еще насрать. Такие дела.